Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами 5 октября 2019 года, и в официальном магазине Transmart на AliExpress будет продолжаться 2 дня скидка с 5 октября по 7 октября. То есть с субботы по понедельник будут действовать довольно-таки неплохие скидки на некоторые товары. Смотрите, заходите по моей ссылке, потом нажимаете купон 2049, 3 от 79, получите тот и тот купон можно себе. Spunky Beat. Наушники на квалками, которые анонс я делал для нас с вами, стоят сейчас примерно $25, видите, $24.99. Это очень хорошая цена, понятно, зачеркнутая эта цена вообще какая-то нереальная, но в среднем они вчера, позавчера стоили где-то $43. Transmart T2 Plus 28 стоит, Transmart Groove 17.54, это все уже с доставкой к вам домой. T6 Mini цена сейчас $19.99. Но остальные цены уже не такие привлекательные. 66 за T6 Plus все равно дороговато. Transmart Glary наушники игровые $27. Нормально в принципе. Spunky Pro примерно $27. Transmart Sona новые игровые наушники $24. Mega $41. Цены, повторюсь, на новые товары довольно-таки неплохие. По такой цене, я думаю, не будет после этой распродажи где-то до 11.11. Вы присмотрели какие-то из новых моделей, то можно смело брать с купонами тем более. И 2 дня действует распродажа. Также не забывайте, в примечании к заказу указывайте кодовое слово «Шикмаркет». Возможно, продавец снизит еще с цены по распродаже еще пару долларов, что будет также приятным бонусом. Спасибо, друзья, надеюсь, я был полезен. До встречи!